Здравствуйте, меня зовут Яна Тимофеева. Мне 10 лет. Я живу в городе Калининграде. Я подготовила басню собственного сочинения на конкурс «Дети читают стихи». Басня называется «Трамвайчик номер один». В трамвайчике под номером один козлята, лис да серый волк завели разговор. И не заметили они, как он пришел на спор. «Я в этом мире самый умный», — сказал козленок вдруг. «А я на свете самый ловкий», — ответил ему друг. «Да что вы говорите», — сказал ему лис в лицо. «Какой там ум да ловкость? Красота важнее всего». Тут встрял в их разговор вдруг грубый серый волк. «Какая красота! Какой же в этом толк? Ни ум, ни ловкость не сравнится с силою зато». Тут разгорелся спор, и утешить его же очень сложно. Не поняли они, что в споре толку ноль, а коль характер проверять, так он совсем другой.